Я раньше получал награду европейского бизнеса, европейского, Оксфорда, Швейцарии, Австрии, Бельгии, а сейчас международную, все это самое международное, и это меня радует, радует за своих работников, которые работают со мной, чего достигли высоких вершин, начиная от простого кардиохирургии до трансплантации почки, печени и сердца. Я думаю, непременно я этим и займусь, потому что это престижно получить международную премию международного уровня признания. I am professor cardiosurgery. I work in Kazakhstan, provincial city Taraz. My eye cloth had shaven. May your heart shaven form the love. Beating blissfully from the grace. May you reach the unity and art. Viva the place and friendship and nations. Thank you. Your attention. Thank you very much. За 10 лет своего развития нашего центра мы достигли пересадки почки в последнее время и пересадки искусственного сердца. Теперь перед нами предстоит пересадка печени и пересадка сердца. Это непременно вдохновляет мою молодежь, моих сотрудников.